Тренировки в ледовой арене, где ребенок получил травму, упав с высоты, приостановлены. Такое распоряжение сегодня подписал министр спорта края Алексей Перфильев. Это касается хоккеистов профессионального клуба «Алтай» и юных воспитанников школы. Ограничительные меры в карантин-арене продлятся 10 дней. За это время спортивные функционеры попытаются разобраться в причинах случившегося. Тренеры должны будут пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности. По словам руководителя краевого спортивного ведомства, самое главное — не допустить подобных ситуаций. В то же время 10 апреля впервые ледовый дворец на Жасминная 3 станет еще и концертной площадкой. Здесь запланировано выступление культовой группы «Руки вверх». На официальном сайте коллектива Барнаул по-прежнему в графике гастролей. Напомним, 4 апреля во время хоккейного матча с трибуны упал ребенок. Мальчик получил травмы. Оказалось, у трибуны в одном месте отсутствовали стекла ограждения. Следователи региона завели уголовное дело. В подобных ситуациях имеет смысл всегда остановиться и внимательно посмотреть на то, что происходит, для того, чтобы не допустить, когда все риски будут сняты, естественно, занятия будут продолжены. Поэтому мы говорим о своих подведомственных. У нас пауза.